Песенка про Иванова. Вышел ночью Иванов погулять с собачкой. У сиреневых кустов пес его напачкал. Иванов достал пакет и убрал за псиной. Тут же пес оставил след рядом и под осиной. Все почистил Иванов и пошел до урны, потому что Иванов человек культурный. Только урны до утра он не обнаружил, ни сперва внутри двора, ни потом снаружи. Были баки для стекла, пластика, резины. Персональная была для тряпья корзина, для бумаги проводов, для отходов стройки. Но обычный Иванов не нашел помойки. Весь измотанный и злой, он решил критично, что нести пакет домой как-то нелогично. А его любимый пес по породе лайка сделал кучку среди роз, дескать, убирай-ка. И уже хотела спать, просто нестерпимо. Можно было не убрать или бросить мимо, просто бросить и сбежать. Но для Иванова бегство стало бы выражать полный крах основы. Честь лежала на весах. Выругавшись сухо, Иванов легонько пса потрепал за ухо. Все собрал, что надлежит, бережно пакетом, и пошел, как вечный, жить, странствовать по свету. Вероятно, иногда вы его встречали. Он бредет через года символом печали, как вещественный пример, пусть карикатурный, вечный странник агосфер, человек культурный.